Ветераны Североказахстанской полиции избрали совет наставников. В ходе встречи начальник управления воспитательной и кадровой работы Аблгазы Габдуллин проинформировал собравшихся о принципах работы нового органа. По итогам голосования совет возглавил почетный ветеран МВД Хайдар Кашенов. Его заместителем стал Капес Даулетбаев. Начальник областного департамента Айдын Кабдулдинов поздравил ветеранов с началом работы нового органа и предложил оперативно разработать график посещения территориальных подразделений полиции. Накопленный огромный потенциал положительных традиций и ценностей профессионального опыта имеет безмерное значение в укреплении кадрового потенциала органов внутренних дел. Ветераны оказывают содействие руководителям в укреплении законности и дисциплины среди личного состава, передают свои знания и опыт молодому поколению,